Всем привет! Пришло время обновить мой курс по очистке организма, который я обновляю примерно 1-2 раза в год, начиная с 2012 года. Из нового в этом курсе будет прежде всего техники работы с биополем. Мы подробно разберем эту тему. Биополе – это давно уже никакая не абстракция, не мистика, а вполне доказанный научный факт, который можно увидеть на специальных приборах. Это изучают и преподают в множестве вузов. Техники и принципы работы с биополем можно также найти в учебниках по реабилитации и по физическому воспитанию. Давно доказана очевидная взаимосвязь силы вашего биополя с вашей психикой, с скоростью метаболизма, с эндокринной системой и общим уровнем здоровья. Что дает очистка организма? Прежде всего, это освобождает ваш организм от балластных веществ, которые гниют, бродят и мешают нормальной работе вашего организма, вследствие чего ваш организм тратит огромное количество энергии, чтобы побороть эти балластные вещества, продукты их распада, токсины, которые получаются из продуктов их распада. И когда вы очищаете свой организм, вы освобождаете ту энергию, которая боролась с балластом и токсинами. Таким образом, вы более здоровые, более энергичные, более креативные, жизнерадостные. Плюс мы добавляем техники работы с энергией, и ваше состояние многократно улучшается. У вас больше энергии, вы меньше спите, вы качественнее спите, вы лучше работаете, вас чаще посещают креативные идеи и так далее, и так далее. Полное описание того, что дает очистка организма, есть на моем сайте. Курс очистки организма длится 30 дней. Каждый день вы получаете видеоурок длительностью 10-15 минут с разбором одной из запланированных тем. Также каждый день вы получаете список задач, которые вам необходимо выполнить именно сегодня. К концу дня или к началу следующего дня вам необходимо предоставить отчет по проделанной работе, что сделано, что не сделано. Я буду проверять все домашние задания и давать оценки, подсказывать, где ошибки, где улучшить, в каких вариантах можно еще выполнить то, что вы уже сделали. Таким образом, в конце курса вы получаете знания, навыки и опыт по очистке организма, который вы сможете использовать потом. Очистка организма проводится простыми, доступными, естественными методами, без использования каких-то резиновых предметов, химикатов, голодания по много дней. И пару слов о побочных эффектах. Очистка организма идет только через похудение. Не получится очистить организм, оставив при себе все ваши лишние килограммы. Подробнее о том, когда будет курс, что будет на курсе и как можно на него зарегистрироваться, смотрите внизу.